Часів яр, 4 березня. Приїхав доставити корм для тварин. Корм. Так. Так, собакам, кошкам, да они все едят. И собаки, и кошки его едят, и я его ем иногда. Держите. Тримайте наборчики, ага, все, вот что это, необходимо. Ага. То есть, спаси Господи, как вы православный? Православный. Как зовут? Денис, как вас зовут? Дионисий, меня тетя Зина. Тетя Зина, очень приятно. Да, очень приятно. Я тебя буду поминать. Ну, не хотелось бы, конечно, так рано нет, меня. Нет, нет. Это все так думают, я как здравие буду поминать. Я понял, понял, понял. Вы, главное, берегите себя, пожалуйста. Хорошо, вы тоже. Чули, будут меня поминать. Ну, уже, уже. Не просто так съездив, да? Ой, так, виїжджаю далі на дальню частину часів яра, там де, ну, вже, вже край, там де канал, там де дуже зараз спекотня. А дочки, смотри. Уезжаем туда поскорее. У тебя очень сильно просит. Я внучка Настя. Еду в Кремль. Пока есть такая возможность. Если ты не захочешь выехать сама, тебя вывезут туда Васила. Я тебя потом заберу. Пожалуйста, выезжай туда. Я тебя очень сильно прошу. Мы тебя любим и ждем. Ну, я пока не поеду. Не даете. Пока, пока, но тоже. Пока не побежал. Пока не побежишь. Я понимаю, что жизнь ваша, но дети же волнуются, и дети же тоже нервничают. Вы же, получается, у них много сил забираете тем, что вы здесь. Ну что вы здесь? Ну что, из-за двух козлят? Ну это такая себе ситуация, честно. Це крайня вулиця часів яру, там далі канал. Ну, сьогодні обстріли були дуже сильні, багато зруйнованих будинків. І також тут багато місцевих, цивільне населення залишається. Ну, як самі бачите, вони не хочуть виїжджати.